Три часа ночи экипаж группы задержания в неведомственной охраны Октябрьского района Саратова находился на маршруте патрулирования. Заступивший ответственным по подразделению майор полиции Ольга Иванычева как раз проверяла, как этот экипаж несет службу. И тут по рации поступило сообщение на улице Чернышевского: на водителей такси совершено нападение. После распития спиртных напитков двое неизвестных решили отправиться домой в заводской район города Саратова. Они подошли к таксисту. Таксист отказал им, сославшись на то, что ожидает клиента. Друг подозреваемого разозлился, разбил стекло на водительской двери. А в это же время подозреваемый открыл пассажирскую переднюю дверь, выхватил из рук потерпевшего телефон, после чего указанные лица скрылись. Группа задержания ВО и майор полиции Иванычева незамедлительно выехали на место происшествия. По дороге увидели двух похожих по приметам граждан. Один правонарушитель вел себя немножко поспокойнее. И мне доверили, скажем так, применив физическую силу, удерживать этого гражданина. А сотрудники принимали участие в задержании второго, который достаточно серьезно оказывал сопротивление. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям грабеж и оскорбление представителей власти. Похищено и изъято при задержании. Нашли быстро, да, оперативно. Сотрудникам отдельная благодарность, что нашли тех людей, которые это преступлением таким занимаются. Анатолий Чернов, Наряд Хачатрян, Михаил Белоусов. Вести, дежурная часть, Саратов.